цены такие. Сколько стоит? $9. Ого, ничего себе, не, мы здесь не будем покупать. Не будем. Друзья, всем привет, мы сегодня в Таргет. Здесь цены космические. Ну, да. Но здесь все такое довольно дорогое, довольно свежее. Да, в органике дешевле, наверное, будет. Ну, давайте посмотрим цены. Мы сюда зашли, купили кофту. Купим кофту максимум. Вот $20 стоит. Детям тетрадки. А ну да, я сниму. Жвачки и чипсы, и все остальное. И то нормально, может, немножко дороже. Mm. А это что-то... Вот такие тетрадочки по 2,50. Я не ожидал, конечно, что они будут так. Ну, кое-что здесь дороже, да. Надо смотреть цены. Жвачки. Максим, я не знаю, почем эти жвачки ты взял там. Ну, там я не смотрел на цены так сильно. Но... Печенье с сыром. Нормально. А это что, Максим? Это, короче, минеральная вода с вкусом танжерин и wild strawberry. Дикая клубника и мандарины. Ага. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, почем здесь молочные продукты. 4,90 за полгаллона. 4,99. 4,19, вот органическое молоко. 3,89. Интересно, вроде бы одинаковое. Может, это они неправильно поставили? Кокосовое молоко 3,99. Лактоз-фри 3,29. Вот это мы обычно на ВИК-программу брали раньше. 3,99. Так, что еще вам показать? Максим, у нас молоко, по-моему, закончилось, да? Хочешь молоко взять у них? Смотри, да, надо. Цены. Бери вот такое, ну, 6,99. Так там в этом... Будем в органик заезжать? Да не, ладно. Возьми галлон. Просто в органике можно было 2 таких взять. Не, в органике тоже 5 долларов. Почем? 5,99. 5,99? Да. Но давай так сделаем. Давай возьмем половину галлона тогда, Максим. Вот такого. Да не, ладно, давай возьмем уже большой. Попробуем у них молоко. Так я хочу попробовать вот. Это с витамином D. Это 1%, 2%. Возьми 2%. 2%? Ну, может быть, ну... Хорошо, бери такое. Пенька, может, не очень. Давай, цельная, да, возьми цельная. Так, пудинг рисовый, 3,19. Максим, ты пробовала пудинг? Я с корицей пробовала, неплохой. Мне не нравится. Тебе не нравится? Ну, ладно. Так, потом, вот этот йогурт меня заинтересовал. Я еще ни разу его не пробовала. 3,99. Он вроде бы как для бэби, для маленьких деток. Но я хочу попробовать. Беру такую пачку йогурта. Потом, что еще у нас? Давай посмотрим мясо почем. Фарш. 454 грамма. 9,99. По-моему. Нет. Максим, а ну скажи мне, пожалуйста. Вот это 9,99, да, за паунд? А это 5,29. Вот здесь читай. Потому что я сейчас не могу сориентироваться, когда я снимаю и читать. Ага. Я поснимаю что-то другое, а ты разберись пока. Так, гавайские булочки 5,99. 24 штучки. Бекон 5,99 за 1 паунд. Такой вроде бы неплохой, много мяса. 7,99. Я уверена, в Walmart'е это намного дешевле. Но мы редко его покупаем, поэтому я сейчас цены точно не помню. Сосиски. Яблочные и что? И мейпл. Сейчас... 3,99. $4 за паунд. Свинина, да? Ребрышки свинины. $4 за паунд. Это за 2 паунда, да? 9,99 за 2 паунда. 5,29 за 1. Не. Это 4,90... 4,69. Это что? Это хот-дог. Тоже биф, да? Ну, вот эти. А, вот эти? Да, а биф просто тут цена. 7,99. Так, возможно, возьму сейчас такой... Такое мясо на фрикаделечке, да. Берем мясо. Так, яблочки можно купить на штуку. 99 центов. $1.79. Это вот такие. Ну, здесь вы видите цены напротив каждого продукта. Я вот так вам сниму. За пакет
килограмм 360 грамм, 4,69, 3,39, вот такие цены. Почем ягоды, Максим? Ну да, их меньше в количестве, и качество не самое лучшее, так что, ну, цены такие тоже большие, но, например, на strawberries, видишь, $3 они стоят, а в органике... 3,79. Это с учетом того, что они скидку сделали $2 почти. Они хотели $5 за вот такую упаковку. Во Фредмайере $2 стоит такая упаковка. Ну да. Ну, в общем, кто как может, так и крутит ценами. Это их дело. А наше дело смотреть. $1.29 это зеленый лучок вот такой. Страшненький. Какой-то уже пожелтевший. И не будем брать такое. Салатная капуста $1.49. Обычно по доллару она. Но здесь вот я же говорю, Target, он более дорогой магазин. Поэтому мы любим органический даже больше, чем Target, потому что там цены ниже, чем обычные. Чем даже некоторые цены дешевле, чем в Walmart. Нам удобно. Он близко возле нас органический и цены нормальные. Кстати, возле нас два органических магазина. В один мы никогда не заходим, там тоже все завышенные цены, дорого. А в другой, который возле нас ближе, мы все время его посещаем. Это наш магазин. Масло сливочное 5,29, вот такое. Органик. А то я всегда органик говорю, как съедаю первый слог. Так, яйца 2,79. Коричневые, вот такие крупные, органические 3,69. Ну вот эти довольно крупные. Давай одну пачечку возьмем. Вот здесь, честно говоря, отдел дракиста. Почти такие же цены. Ага. В этих, ну, торгстапах. На торгстапах, да? Да. Это все можно быстро, снеки купить, всякие, да. Перекусы, колбаска, сыр нарезанная уже. Как бы все уже подано тебе, можно сказать, но цены такие высокие, как бы. Угу. Ну это так взять, покушать и дальше ехать. $5 салат, да. Ну такая маленькая коробочка, да, и дорого, очень дорого. Это салат с авокадо, с чесноком, по-моему. А, нет, с белым лимоном там написано. 5,99. За 454 грамма. Ну, салат бы я взяла. Потом посмотри, Максим. Вот такая почем колбаса. Хэм. Ветчина 14,32. Дорого. Почем за паунд? 4,49 за паунд. Сладковатая, да? Не, мы такое не берем. Дальше. С лимоном и чесноком мясо замаринованное стоит, это свинина, 6,99, 1,5 паунда. Все есть, но все немножко дороже. 5,89 это вот такой фарш. Я, наверное, возьму этот лучше. А ну, сколько здесь по весу? А ну, посмотри, All Natural. Вот этот возьми в ручки, посмотри, сколько по весу. 453 грамма здесь. А там сколько? Тоже 453 грамма, да? Ну да, одинаковый вес, только этот $8, а этот 5,89. Берем такое, Максим? То назад положи, да, вон там холодильник. Что-то на $2 дешевле органическое, чем... натуральная. Так, лимончики 3,59 за пакет. Лимоны недорого, нормальная цена, но у нас полно. Это у нас лук. Кстати, у нас, Максим, закончился лук. 55 центов за штуку. Возьми, наверное, хотя бы пару штучек, чтобы уже никуда не заезжать. Вау. Лук стоит $339. Нет.